Это Винсентский зоопарк в Париже. Он находится на реконструкции с 2008 года и должен открыться в апреле 2014. При закрытии на ремонт отсюда вывезли всех животных, кроме одной семьи – жирафов. Оставили их по двум причинам. Первая – таким исполинам непросто найти временный приют. Вторая – их здесь 16 особей, и это дружная сплоченная семья. В случае переселения их пришлось бы разъединять. У нас тут такая большая ценная жирафья семья. И если бы мы решили их переселить, то пришлось бы их разделять. И опять собрать подобную группу было бы сложно. Это заняло бы много времени. Так что по-настоящему сильной стороной нашего повторного открытия будет наличие у нас такого большого табуна жирафов. Возглавляет табун 15-летний самец Бенни. Он же единственный иностранец, родился в Нидерландах. Все остальные члены его стада – коренные парижане, родились здесь. Самой юной самочке 1,5 годика, но ее рост уже 3,5 метра. Они настоящая парижская семья жирафов, оставшаяся на родине. Мы хотели, чтобы они жили здесь. Винсентский зоопарк был открыт в 1934 году. На его реконструкцию ушло 133 миллиона евро, и повторное открытие приурочено к его 80-летию. Сюда уже начали возвращаться и другие прежние постояльцы, например, зебры и страусы.